Так, ребят, быстренько снимаю апартаменты, где мы живем во Львове. Это центр города, само сердце Львова. Я уже не буду выходить за дверь. Тут стоит код сбоку, заходишь и вот так вот начинаешь двигаться в таком вот интересном месте. Потом мы поворачиваем и поднимаемся на третий этаж по деревянной лестнице. Поднявшись на третий этаж, мы должны преодолеть еще такой вот... Ой, господи, дверь... Такой вот коридорчик. Типа как балкон он идет. Фух. Пока поднялась, офигела. Тут можно вот сушить шмот. Но я не сушу, вдруг своруют. Вот квартира. Так, входим в квартиру. С порога у нас кухня. Квартира светлая. Кухня светлая. Собственно, как я люблю. Есть Wi-Fi. Тут штука такая оборудована. Вот кухня. В принципе, все есть. Стиралка уже стирает наши вещи. Шкафчики там. Кое-какая посуда есть. Плита, духовка. В этом плане все чики-пики. Холодильник. Видите, такой вот большой холодильник. Ну, тут, естественно, наши шмоты уже валяются. Вот кровать. Одна большая двухспальная. Так, Эрни, занимайся делами. Тут диван, стол. Шкаф такой вот. Это наш чемодан, наши вещи. Шкаф такой. Я. Окошко. Кресло. Альфа. Тут, кстати, можно с собаками. Поэтому мы с собакой, с Альфой. Так, есть утюг. Но единственный минус, здесь нет фена. Ну, в принципе... Я могу сказать, что это не минус, волосы будут лучше. Туалет. Много полотенец тут в наличии. Раковина такая вот красивая. Снова я. Шики-блеск. Ну, а ванна мне очень нравится. Тут еще свет из этих штук. Короче, подсветка. Вот сама ванна. Чистая, аккуратная. Душ, а, господи. Ну, тут такая штука, вот, не знаю, иногда она мне даже, вчера она мне мешала. Ну, в принципе, прикольно. Вот, квартирка неплохая. Мы снимаем на две ночи, то есть, получается, практически два дня, но у нас полтора уходит. Стоимость 1800. Центр Львова. До оперного театра идти примерно, ну, минут 5-7, наверное. Ну, соответственно, попадаете в старый город Львова. То есть место расположения здесь хорошее. Рядом есть АТБ, есть Ватсон, есть даже, там мы вчера наблюдали, что-то типа столовки, там покушать можно. Есть небольшой рыночек. В общем, как бы все рядом есть, и по факту никуда ездить не нужно больше дополнительно. Там что-то купить или еще что-то. Вот, телевизор здесь есть. Лампочка. Как бы вот такая вот неплохая, красивая, аккуратная, скромная квартирка. Нам нравится.